Перемирие, конечно, возможно. Возможно все. Только вопрос времени, когда это произойдет. Естественно, это произойдет не сейчас, не в ближайшее время. Но в будущем это возможно сделать, если будут определенные действия со стороны Украины тоже приняты. То мы можем даже посмотреть, например, России и Чечни, как были, какие отношения были до и какие сейчас отношения. То я уверена, что можно принять определенные методы влияния и будет перемирие.